Привет, друзья! Сегодня приехали на подводную охоту. И у нас в этом видео розыгрыш. Разыгрываем ножик НКВД. Меч Саурона. Такой Косолап ТВ. Ну, НКВДшный ножик. Сейчас вам покажу ручку. Свинячить не будем. Ручку запечатал, чтобы не царапалось, как бы победителю все-таки достанется. Вот, вот такой нож. В общем, правила розыгрыша. Обязательно быть подписанным, это первое. Второе, делаем репост и в комментарии пишем «хочу нож». Все, будем выбирать по репостам победителя. Розыгрыш будет действовать до 1 сентября. 1 сентября разыграем этот прекрасный, замечательный нож. Бритва. Все, можно и личико побрить, но не будем. А сейчас одеваем костюмчик и направляемся добывать рыбу. Да, кстати, купил лодку Нептун 280Т, камуфляжную. Мечтал, очень долго мечтал приобрести лодку. Сегодня, спасибо Александру с нашего местного магазина, сегодня предоставилась такая возможность. И вот сейчас вам покажем новую лодочку. Нож аккуратно убираем. Лодка у нас 280, камуфляжная. Мягкая сидола, на засидках это очень удобно. В общем, лодка просторная для двух человек, просто замечательная. Сейчас вот первый раз ее на воду будем спускать. Как бы взяли бутылку шампанского, об нее все-таки разобьем, так полагается, да? Надеюсь, она выдержит. Мотор не брал, мотор мне не нужен. Я как бы занимаюсь таким видом и рыбалки, что мне мотор ни к чему. Может, когда-нибудь по поступлению денежных средств появится и мотор. Все, всем спасибо за внимание. Мы начинаем одевать костюм и выдвигаться на подводную охоту. Сейчас я отгоню машину на метров 700, чтобы ко мне не было претензий, что я там 200 метров не отступил от берега и так далее. Я отгоняю на 700 и пешочком до воды иду. И заодно за фантастическими тварями уберем, как говорится, весь мусор. Потому что отдыхать надо в чистоте и покое. Все. Выключай. Буду собираться.